пошли. И игра English Transhuman. Прикольно. Federet представляет. Игра сделана одним типа тинейджером во время джема. Повернуться, чтобы смотреть. Так, кто не знает, джем — это походу соревнование на то, короче, когда игры делают. VASD, чтобы идти. Вот, а что он вперед не идет? Я слышал, кто-то кричал. Это тень и какие-то глаза и зубы. Я не шучу. Это невероятно. Тинейджеры тоже видели, короче, какое-то животное. Животное, да. Оно типа воняло газами. Серьезно, это тупо. Будь аккуратен. Не переживай. Я привык. Что там делать? Клик. Понятно. Опа. О, нет. Что? Я уничтожил комнату. Тут камни везде. Кажется, что это просто какая-то комната. Это что мы там используем в этой компании, человек специализировался на трансгуманизме, и это было в 2029-м. Capital Industries, знаете, Capital Industries делает там много компаний, впечатляет, нет? Я, короче, переживаю, мы всегда переживаем.
вкладывали в супер людей, суперчеловеческие способности, видение и, короче, чтобы они были сопротивлялись огню, короче. Серьезно? Почему я об этом не слышал? Потому что это был прототип, они у них не было времени закончить это. Но как ты знаешь все это? Человек анонсировал это на веб-сайте. И ты никогда это не говорил мне, почему? О, нет, ничего. Да. Мы еще здесь. Поздравляю. Пришла. Нету ничего типа в этих. Может, человек плюс разложил эти типа бочки с кислотой. И они, то есть, короче, разлились. Что-то сильно разлились. Это единственное объяснение. Но в любом случае не трогай его, хорошо? Это капитан очевидности. Но ты старый пердун. Так. Дальше. Это Халима. Это прям вообще Халима, что я не могу W нажать. Точнее, могу, но никого толкового записочка. О, ты можешь типа взять фотку этой утечки. Ты прав. Ты должен это знать. Что тут написано? Репорт. Доклад. Наша типа команда зачистила эту арию. Мы понимаем, что здесь несколько чудовищ. Мы следовали инструкциям и пытались типа словить их. Блин. Я туда прыгнул. Туда. Ну ты понял. А! Блин, срака! Сказал. Че он ходит вот это, блин, без моего спроса? Он больше шагов делает, чем надо. Хорошо. Стой. Стой! Два столика, Вася. Стой! О, Хелдан! Что? О, нет, забудь. Нормально. Наверное, хотел сказать Хелдан. Уху! Трансхьюман. Чувачок с писюном в виде человечка. Так.
правая кнопка, чтобы телепортироваться. Интересно. Вау! И шо? О, круто, что? О, нет, ничего. Это вообще сейчас станет чудиком сам. Я транс-человек. Фу, куча говна. А шо? Куча говна меня убили снова. Та-т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 а. Куда мне телепортироваться? Ничего не вижу. Куча говна. Снова я упал, и говно в моей башке. На-на-на-на-на-на-на. Куча говна. О-о-о! Что ты сказал, типа круто? Ты что-то нашел интересное? О, да, и что это было? О-о-о! Я скажу тебе, когда вернусь. Нет. Кислота! Кислота! Чё ты типа морозишься? Что ты нашёл? О, да! Что? Спасибо! Содержательный разговор. Вот, записуля. У нас много проблем. Мы всегда убегаем от нас. И следующее, что? Животное. Скофинг на нас. Короче, оно походу лазит по стенам. Но это куча говна. Блин, срака. Как мне сюда пробраться? Что мне делать? Я не вижу ничего. Куда мне залезть? Блин, покажи мне путь. Куча говна. Хорал. Розеточка. Куча говна. Куча говна. Я не могу пройти здесь ничего. Очень сложный уровень у меня. Что мне делать, я не знаю, помоги мне. Куча говна. Короче, на земле это какая-то пудра. Это реально? Почему человек плюс разложил пудру? Я не знаю. Три точки. Да, ты прав. Я засниму это дело. И здесь нет кучи говна. Вообще нет. Нигде. И куда мне дальше идти? И вот. Я поджарил свою копочку. Больно мне. Ну это ведь не куча говна. Да ну! Что, мизинец туда всунул? Да, я понял. Пошли. Будем телепортироваться, просто пройдемся. Понял? Вообще ничего.
глаза меня пугает и обжигает. И я так зажигаю. Так. Что мне делать? Объясните мне. Спасибо тебе за внимание большое. Удачи тебе.